гипофиз вырабатывает гормон, под действием которого созревает главный фолликул. Этот гормон называется фолликулостимулирующим. В это же время в крови повышается уровень эстрогенов, вырабатываемых яичниками. Это приводит к утолщению эндометрия и росту фолликула. Когда концентрация эстрадиола, одного из эстрогенов, достигает максимума, гипофиз начинает секретировать лютеинизирующий гормон. Под влиянием этого гормона из зрелого фолликула выходит яйцеклетка и захватывается маточной трубой. Этот процесс называется овуляцией. С этого момента в яичнике формируется желтое тело, клетки которого секретируют главным образом прогестерон и немного эстроген. При оплодотворении эндометрий под действием прогестерона начинает утолщаться для того, чтобы принять образовавшуюся зиготу. Если же оплодотворение не происходит, желтое тело атрофируется, количество половых гормонов уменьшается и кровоснабжение эндометрия ухудшается. В результате яйцеклетка погибает, эндометрий отторгается и наступает менструация. После этого цикл начинается заново.